Меня зовут Игорь Валерьевич Дановский. Я практикующий рефракционный офтальмохирург клиники «Эксимер». Я провел более 30 тысяч лазерных коррекций. Именно здесь, в нашей клинике, представлены все виды лазерной коррекции. Миопия, гиперметропия, астигматизма. А с начала этого года появилась возможность предложить вам новую методику SmartSight. Потеря чувствительности роговицы приводит к снижению рефлекса моргания, что в свою очередь приводит к синдрому сухого глаза. При лазерной коррекции методом SmartSight внешние слои роговицы не повреждаются, так как извлечение лентикулы происходит через маленький разрез 2-3 мм. Соответственно, лазерное воздействие минимально. Никогда не слышали о лазерной коррекции методом SmartSight? Сейчас я вам о ней расскажу. SmartSight является последним методом лентикулярной лазерной хирургии, которая уже получила известность под названием SMILE. Но в этой методике устранены недостатки предыдущего поколения лазеров. Мы считаем, что хирургия должна быть максимально органосохраняющая. Лентикулярная хирургия нам это обеспечивает за счет того, что фемтосекундный лазер в считанные секунды внутри роговицы формирует линзу, которая обеспечивает качественное зрение. Линза называется лентикула. Расслаивание происходит на молекулярном уровне. Вся процедура проводится под местной анестезией. Контактная поверхность, которой касается лазер, имеет сферическую форму, что в итоге комфортно для пациента во время операции. В конце процедуры хирург извлекает лентикулу через микродоступ порядка 2-3 мм. В дальнейшем этот доступ адгезируется, то есть герметизируется самостоятельно. После извлечения лентикулы роговица принимает ту форму, которую мы планировали. Изображение попадает на сетчатку, и пациент получает максимально возможную остроту зрения. Даже самые лучшие лазеры предыдущего поколения операцию проводили, ориентируясь по центру зрачка. Но у нас есть такое понятие, как зрительная ось. И поверьте, не у всех она совпадает именно с центром зрачка. Есть существенная группа людей, у которых так называемая зрительная ось, условная линия, по которой обеспечивается самое четкое зрение, проходит не через центр зрачка, а, например, на его периферии. И если сделать коррекцию, ориентируясь не на эту точку, а на центр зрачка, то зрение может быть не максимальным. Те, кто носит очки, поймут это очень хорошо. Попробуйте сдвинуть очки в бок и посмотреть. Вряд ли такое качество зрения вас удовлетворит. Швинтатос учитывает эту поправку. При положении тела меняется положение глазного яблока. Это называется циклоторсия. А для формирования нового профиля роговицы это очень важно. Лазер Швинтатос учитывает это и, ориентируясь по рисунку радужки, обеспечивает максимальный результат операции. Пациенты часто спрашивают меня, что будет, если во время операции непроизвольно двинуть частью тела? Я вас уверяю, что неподвижно лежать нельзя. Дыхание, сердцебиение влияет на движение глазных яблок, и это никак нельзя контролировать. Именно поэтому лазер учитывает это и генерирует импульсы на необходимых точках роговицы. Важно помнить, что роговица содержит большое количество нервных окончаний.
Наша задача – максимально сберечь их при лентикулярной хирургии. Продолжительность воздействия лазера не более 20 секунд. Исправление близорукости от 1,5 до 12 диоптрий. Исправление миопического астигматизма до 6 диоптрий. Восстановительный период до 24 часов. Очень много лет я мечтала сделать лазерную коррекцию зрения. Как только в клинике Эксимер появилась новая методика, я решила записаться на полное обследование зрения. Вот. После этого у меня не осталось никаких сомнений. Доктор мне все подробно рассказал о том, как будет проходить операция, о том, как будет проходить восстановительный период. И вот 7 дней назад я сделала операцию. Чувствую себя прекрасно. Мир стал как будто бы интереснее и ярче. Я хотела бы сказать большое спасибо своему доктору и всей команде Эксимер за то, что подарили мне новое зрение. Согласитесь, мы все хотим жить активной жизнью и наслаждаться каждым днем. Методика коррекции SmartSight – это метод лазерной коррекции зрения последнего поколения, который поможет улучшить качество жизни. Для того, чтобы понять, подходит ли вам методика SmartSight, я приглашаю вас записаться на расширенную диагностику зрительной системы к нам, в клинику Эксимер.